Сегодня мы отправляем 5000-ный контейнерный поезд на Москву, на станцию Силикатная. Для ПАО МТП это своего рода юбилей. Первый контейнерный поезд сервиса Феска Москва Шаттл отправился в августе 2009 года. С того момента отправлено более 700 тысяч ТЭУСов. Все началось с отправок одного поезда в неделю. В сегодняшний день мы можем отправлять до 12-14 таких поездов в неделю. При этом количество отправляемых контейнерных поездов с ВМТП достигает 35 в неделю. В прошлом году, в апреле, был установлен абсолютный рекорд. Отправлено было 40 поездов за одну неделю. В настоящее время мы совместно с представителями ОРЖД и краевой администрации ищем дальнейшие пути развития в данном направлении. Думаю, что в ближайшем будущем сможем на деле показать наши возможности.